конечно, эта акция, она всех нас объединяет, и молодых, и уже и возрастных. И это очень здорово, что мы, опять же, участвуем в большом мероприятии в масштабах всей страны, и тем более это... Акция была, по сути, инициирована президентом. 27 миллионов деревьев и кустарников будет посажено по всей стране. Для нас это вот та наша дань и наша память, посвященная всем тем, кто сделал свой вклад в победу, и тех, кто свою жизнь отдал ради нашего светлого будущего. Деревья поднимутся, и нам всем будет приятно здесь посмотреть на результаты своего труда. Я также хочу всех поблагодарить, особенно волонтеров, потому что это наша мощная сила, набирающая, как говорится, энергию. Я думаю, что такого рода акции, конечно, мы будем продолжать. Это действительно наш вклад и в дело сохранения истории, нашей памяти, и в дело создания благоприятной среды проживания наших земляков.